Ну вот, мы тут купили нашим бедным семьям, купили продукты, сейчас будем все фасовать. Мы Самуилу сказали, что мы привезли, чтобы людям раздать, чтобы раздать тем, у которых много детей, у которых мамам-одиночкам, у которых большие семьи, которые мужья умерли или оставили семьи, и они находятся в какой-то крайней нищете. Но и Самуил уже вот уже ходит и все уже раздает уже все это. Он уже женой епископ уже снабжает всем необходимым для жизни и благословляет уже. All right, Gloria. This is a cream. This is yours. Because let's move this one here for now. All right. And the king is here. Так, ну а это мука, это пшеничная мука, из которого они жарят чапати. Two both. How old are her kids? Two and First born 17 years, second born 15 years. Mm-hmm. Oh, okay, so they're more. Do you teach them to work? I was idea of Fanya, Kazi. How many? 17 and 15, they're going to school. Mm-hmm. Okay, gotcha. I'm a girl, and I'm 12 to 15 years. Well, 15 years. So, I'm back for you. This is it for you and kids, okay? Mm-hmm. Okay, this is a toothpaste for you. Yes. Yes. And then. Yes. And the kiwi. The kiwi. And it could be gone, all of it. Mm-hmm. But Мэриам. Мэриам, у нее четверо детей, 17 лет, это они еще в школе, 13, 12 и 10 лет. Поэтому мы сейчас распределим для нее пакет. То поэтому мы даем пасту. You already put the flour, right? No. How many? So four flowers for her. Yes. Four flowers for her. Okay. Four. Two more soaps for you. Two more soaps. One face, one puzzle in any ways. And yes, so actually you can put one of them. Toothbrush is not here. Oh, not here. This is one, two, three, four, five. For you. This is for you and for each of your kids, okay? Five brushes, yours and theirs, okay? So you can have a new one. All right? You gave Kim already, right? And for them, two layers. Yeah, two layers. Uh-huh. Это вазелин, да? Да, он необходим просто для детей. So it's here. Uh-huh. Сейчас мы приехали на место, откуда брать кукурузу. И вот сейчас мы по 90 килограмм кукурузы в мешке будем взвешивать для того, чтобы раздавать людям. И вот это принцип, по которому они взвешивают, обматывают веревкой, цепляют на вот такие весы и вперед меряют, сколько где килограмм. Вот так вот. И так будут же само мерять и нам. Is this good one? Yeah, good one. Good one. Let's see.
Yeah, praise the Lord. И эту кукурузу они перемалывают и делают с него угали. And this maize is going to be ugali very soon. Yeah. Praise the Lord. Связывают нашу кукурузу, чтобы мы ее забирали. Да, это... Вот так они завязывают мешки и вперед. Ну что, наша кукуруза будет идти уже в машину. И мы пойдем дальше. Да. И сейчас кукурузу. Сейчас ребята возьмут ее. Уже мешки уезжают. Масть такой перемазанный, грязный весь. О, такого ребенок в Америке не найдет, конечно. Окей, супер. Сейчас сделаем еще ходку за кукурузой. И вот здесь дом Бишопа, где мы сейчас все это оставим. И люди сейчас будем раздавать людям. Это приехала вторая машина, да? Да, вторая машина. Вся ребятня набежала сразу посмотреть, что в машине лежит. Машины не часто здесь проезжают. Поэтому мы взяли в рент специально вот такую интересную машину. Здесь такой район, что здесь даже мопед не так часто проезжает. Да, но мы взяли в рент вот эту машинку. Довольно-таки неплохая. Потому что она... Но низковатая для этих дорог. Нам пришлось чесануть несколько раз дорогу. Ну а так, в принципе, слава Богу. Конечно, миссия без машины на самом деле это немыслимо. Потому что куда бы ты ни подался, что бы ты ни захотел привезти, тебе за все надо платить. И да. Платишь, как правило, ты там 2-3 раза дороже, чем в реальности это стоит. И да. Понятно, что люди на этом зарабатывают, но факт есть факт, что чтобы, допустим, даже вот нам привезти сейчас кукурузу, нам пришлось за эту машину заплатить, сколько мы, $30 заплатили? Да, 30 и за бензин 10. Да, и за бензин. 10, мы заплатили 40 баксов. За это 40 баксов мы за это заплатили. А так бы мы могли бы на своей машине бы это сделать за бензин, за десятку. Ну, амортизация, понятно, что она есть, но она же не сразу ощутима. То есть это... Но нам еще нужно развесить эту кукурузу и распространить ее по домам, потому что люди-то в руках не понесут мешки. Ну, да, ну, это да. Сейчас, пока мы привезли в дом Бишопа. А так мы еще поедем дальше. Ну, мы, значит, распределили вот эти мешки, мешки с кукурузой между семьями, в которых по одному, по два ребенка, они делят пополам. Вот такой вот мешок с кукурузой между ними, а всем остальным большим семьям, где уже по 4, по 5, по 6 детей, будут делить уже, будет уже по мешку кукурузы. И этого мешка хватит, как мы уже уточнили, вот такого мешка кукурузы, потому что все у них на кукурузе хватает буквально на 2 месяца, поэтому это ненадолго. И сейчас мы им сказали, что... Они полностью эти деньги, которые сейчас они сохранят за это время, чтобы они могли употребить, там, купить курицу себе, которая несет яички, или курицу с цыплятами, что-то вот, или на сетку какую-то, для того, чтобы их деньги возросли, они могли возврат какой-то получить в другом, или засеять огород свой, сейчас как раз время засева у них. Поэтому мы даем эту помощь, чтобы они могли... Деньги, которые будут высвобождены, пустите в оборот, чтобы в будущем им был какой-то плод на поле или... Или в хозяйстве. Отлично. Ну что, драгоценная MC Church, благодаря тому, что мы с вашей помощью, с вашим благословением оказались в Кении, и у нас была возможность благословить вот эти 8 семей продуктами кукурузы на этот Новый год, я думаю, что за это эти люди смогут реально поблагодарить Бога, и вы вложили что-то в Царство Божье,
и в служении здесь, в Кении, распространение Евангелия, миссии, в добрые дела. И пусть Бог вас всех благословит. Мы вас любим и передаем вам горячий привет из Кении. Ну что, мы уже прощаемся с церковью. Мы на прощание решили спеть, решили попросить, чтобы наши братья и сестры за нас помолились, благословили нас. И поедем дальше. Нам еще нужно навестить дом еще одного епископа и принести ему тоже продукты и рождественский подарок. Мы приехали к бишопу Никсону. Guys, let's take a peek. Давай, обучение тоже отдадим детишкам. Guys. Ну, пускай. И так и погоди. Да, это домик второго епископа, у которого 8 церквей. Вот они живут в таких вот условиях. Hello, guys! Благослови этот дом. Amen, amen, amen. Amen.